Служба в армии – важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь проходит не только хорошую школу жизни, но и находит настоящих друзей, молодой организм окрепнет физически и духовно. Сегодня на территории Кашхабльского района, как и по всей России, стартовала осенняя призывная кампания. Юноши от 18 до 27 лет проходили медицинскую комиссию. Сегодня на территории Российской Федерации стартует очередной призыв граждан на военную службу. В военном комиссариате Гиагинского района определено задание в незначительных цифрах, с которыми мы должны справиться безотлагательно. Сегодня первый день начинает работу комиссия Кашхабльского района. Вызваны граждане, которые в первую очередь потеряли право на отсрочку, подлежат очередному призыву. Результаты планируем, как говорится, сегодняшней призывной комиссией набрать более 50%. От плана задания для Кашхабльского района. В этом году президентом Российской Федерации было принято решение сдвинуть начало осеннего призыва на месяц, чтобы не допустить трудностей и спешки при наборе солдат-срочников. Первые отправки начнут осуществляться с 8 ноября. Граждане по призыву на горячей точке направляться в этом призыве не будут. Напомним, что призыв в ряды Вооруженных сил России – ежегодное мероприятие. Оно никак не связано с проведением специальной военной операции.